У ребенка в Одессе обнаружили вирус гриппа Гонконг. По словам эпидемиологов, это прогнозируемый случай, поскольку данным штаммом вируса в основном болеют именно дети. Врачи уверяют, жизни малыша ничего не угрожает и призывают одесситов не паниковать. Ситуация с заболеваемостью в регионе обычная для этого времени года. Это идет мониторинг обследования детей, поступающих в детские стационары на грипп. Все нормально с этим ребенком. Ничего там страшного нет и ничего. Это обычный сезонный грипп H3N2. И это первое выделение. И даже очень хорошо, что обнаружено уже этот грипп. Он в основном и поражает детей. Кроме вышеупомянутой ситуации, в Одесской области зафиксировали еще 3 случая заражения гонконгским гриппом.